сада. Значит, в этом году мы еще вводим 9. Всего 12 лет. Ну, я помню, ты говорил. Учреждений. Значит, мы их ведем? Да, ведем. 12 дошкольных. 3 ввели, 9 ввели. Я хочу вас пригласить. Конечно, вот боюсь, что не успею на 1 сентября. Но вот школа в Занороче. Это школа, которую мы строим в деревне. Мы ее начали в этом году, и мы хотим ее в этом году сделать. Но согласитесь, что деревенских школ мы не так много строим. Поэтому, если у вас будет время, конечно, с удовольствием. Ну, если построишь за этот срок, то уже придется приехать. Спасибо. Спасибо. Объекты здравоохранения, конечно, они более сложные, более капиталоемкие. Но, тем не менее, вот наши два такие очень важные. Это Жодина, поликлиника детская, и Борисов. Поэтому мы, я думаю, что в следующем году, не думаю, уверен, их ведем. В нашем комплексе 3 чаши для плавания, 6×10 для обучения детей к науке. И вторая чаша у нас 25×11. Будем, планируем оказывать населению, услуги населению. Также в рамках учебного процесса дети будут приходить сюда обучаться плаванию. Здесь готовятся олимпийские чемпионы. Поэтому имейте в виду, вы здесь не просто должны научить плавать, вы должны здесь выдать нам 20 человек, из которых мы будем делать уже настоящих рекордсменов. Греко-римская вольная борьба, здесь 72 вольная борьба, 91 человек. Греко-римская борьба, у них хорошие результаты, есть чемпионы Европы, есть выступающие на соревнованиях. Есть где заниматься, пожалуйста, и качайтесь, и тренируйтесь. Спасибо большое. Заранее планировали этот приезд полгода назад. Вот я приеду, побуду в части. А подарок какой Марины Егорки? Ну и решили вот этот бассейн к этому времени построить для того, чтобы здесь занимались не только спортсмены. Конечно, вы должны на гора выдавать мне туда, в Минск, в центр, для того, чтобы там рекордсмены росли. Отсюда мы должны их взять. А второе направление, чтобы вы сами занимались этим. Поэтому я хочу, чтобы вы были здоровы. Слушайте, у вас же сегодня день рождения. Да. Поэтому я вас поздравляю с 65-летием этого прекрасного уголка нашей страны. Я не пошутил, когда я вам сказал, что у вас все есть, и вы на курорте живете. Это один из красивейших уголков нашей Беларуси. И совсем еще молодой, зеленый, 65 лет. Поэтому с праздником вас всех и крепкого вам здоровья. Если вам что-то надо будет, если где-то чуть-чуть плечо подставить к 65-летию, я обещаю, что я подставлю плечо. Спасибо. С днем рождения вас! Спасибо.